оденьтесь. Чё вы это? Давай. Да мы в армии. Мы в армии у нас. Да и чё, в армии одежду что ли мне выдают? Парни, оденьтесь. А сыграй что-нибудь армейское? Если вы оденетесь. Хорошо, секунду, пойдем. Иди. Бля, серьезно что ли? Да, иди одень. Ходи, сядь сюда, брат. Да просто иди сюда. Сейчас, ходи. Сейчас, секунду. Мы пацаны, уходим, вы там все да? голые? Да. Нет, все, садись, ходи сюда. Да не-не. Хорошо, я давай. В армию не ходил. А, блядь, долго. Слышишь, долго идите одеваться. Давай, сыграй, пожалуйста. Все? Все? Ну, вы и не оделись. Да, ладно. Да, ладно. Друзья, перед началом ролика я хотел бы вам посоветовать один очень интересный и полезный сервис от Donation Alerts. Называется он Boosty. Boosty — это один из самых простых способов, чтобы ваш талант начал приносить вам средства для развития вашего творчества. С помощью Boosty вы можете получать поддержку в виде донатов от ваших подписчиков, давая им доступ к эксклюзивам от вас. Например, если вы снимаете ролики для YouTube, для подписчиков Boosty вы можете делать ранний доступ или делиться вошедшими моментами. Причем сервис подходит абсолютно любым авторам контента. Музыкантам, подкастерам, фотографам и так далее. Как по мне, самое главное преимущество Boosty — это русскоязычный интерфейс, поддержка работает 24/7 и самое главное — самая низкая комиссия на вывод денежных средств. Всего 7%. В общем, Boosty — это следующий шаг твоего развития в качестве автора. Все ссылки на сервис я оставлю в описании. Здрасте. О, здрасте. Сейчас, подожди, это, как его? Сейчас, секундочку. Ильназ Бекиров. Ильназ? Ильназ Бекиров. Ну, не Ильназ только, но Бекиров, да. Да, все, я в видео попадала год назад. Так, я что-то помню. Сейчас, одну секундочку. Я была в белой толстовке. А? Что? Белые толстовки было. Одну секундочку, угу. Я хочу вспомнить. Легендочка. Вот это? Нирвана? Да. Боже. Что за крышка? Да не, кстати, подписывайтесь на мой ТикТок, ребят, вот, если что, да. Это... я оставлю. Вот. Ну, мы снова, значит, встретились, да? Да, давайте, что сыграется. Что в этот раз, да, сыграть? Так, ну, значит, надо подумать, что сыграть можно. Спасибо. Что? Спасибо, что сыграли. Ты как-то ролик, да, на Ютубе, да, потом нашла? Да, конечно. Ну ничего, нормально, не обиделся, никто не обиделся, все хорошо, нет, да? Конечно. Потому что у меня некоторые пишут, что ты сделал, ты выложил меня. Вы что, каждый день, что ли, сидите в чат-рулетке, на кого вы тут смотрите? Нет. Да. Дрочеров? Нет, на самом деле. На дрочеров? Ну, благо их тут... Я, кстати говоря, не знаю, где вы их тут находите.
прошло то время, когда здесь дрочат. Или попадаются, да, еще? Попадаются. А, они, наверное, просто на мне не застревают долго, как бы. Да, ищут, им ищут, им, 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 и они ищут красивых. Да, я все понял, я все понял. Ладно, было приятно снова увидеть. Это прекрасно. Спасибо, все. Давай, давай, пока-пока, счастливо. О, привет! Здрасте, как ваши дела? Замечательно. Что сыграть? Знаешь инстасамку? Нет. Бармен, бармен. Нормально все? Игра, игра, братан. Что-то тебе нравится, да, тебе? Что-то игра, болит. Игра, просто да, ну, тагит. Болит, болит. Да ладно, что пальцы пройдут. Играй, братан. А что болит-то? Твои пальцы, наверное, болят, блин, там, нажимаешь на это. За пальцы мои переживаешь. Опа. Сыграешь что-нибудь? Спасибо вам большое, девчат. Хорошего вечера вам. Пока-пока. Спасибо большое тебе. Пока-пока. Здорово. Привет. У тебя голос такой, как у Педика. Привет. Выключи свет, Лёх. Выключи свет, говорю, за***л, блядь. Седой или мне кажется? Седой. Да. А чё ты посидел? От грустной жизни? А смотри, а ты с гитарой играешь просто для кого-то или типа для себя, блядь? Я играю для педиков. Ребят, сыграть? Десять из десяти.
Спасибо тебе большое, дружище. Привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Можно я сыграю? Да, конечно. Ой, наконец. Я понимаю, что под такую вашу атмосферу больше подойдет такая какая-нибудь спокойная мелодия, но я хочу другое сыграть. Что-то свое? Это знакомое что-то. Нет. Ну, это группа Prodigy, на самом деле. это точно не мое. Понятно. Я просто не слышала. Постоянно. Ну, как-то так. Девчат, спасибо, что послушали. Я пойду дальше. Пока-пока. Здорово. Привет. Ой, блядь, гитара. Сыграй что-нибудь. Interstellar. Это Interstellar был, не? Да, Interstellar. Ты у зеленого гитариста учился? Да. Да? Трудно, нет? Я что-то тоже хочу учить. Так, а ты что играешь вообще? Да я так, соляки. Сейчас. Тебя каподастер этой стороной? Ну, сука. Не, ну, реально охуенно.